Так, друзья, мы находимся на площади оптиков по адресу недалеко от улицы Советская, дом 1. 2 года жители пытались сделать вот эту дорожку, которая находится сзади нас, чтобы попадать, ну, на площадь, так как пенсионерам очень трудно было обходить. С учетом того, что такая большая придомовая территория, и вход на площади был только один, и то в самом конце. К нам обратились в феврале месяце, вот мы с моей командой, в том числе с Виталием Подгорным, он сзади меня, проработали этот вопрос, и общими усилиями вместе с представителями администрации нашей, а именно Енюшкиным, с Енюшкиным Алексеем Юрьевичем, да, проработали этот вопрос, и буквально вот недавно закончили эту дорожку, поэтому пенсионеры могут ходить. Будем, в принципе, дальше вникать. Да и так мы вникаем во все проблемы жителей, по мере возможности стараемся их решить. Чем сможем, тем поможем.